снова вас приветствую на своем канале и хотел вам сказать, никогда, никогда не делайте это ночью. А именно, никогда не кладите телефон, работающий телефон, около себя. Если вы хотите получить, конечно, дополнительную дозу облучения от телефона, сотовой связи, то пускай он лежит. Но если хотите сохранить здоровье, то уберите его от себя подальше. Я понимаю, что это удобно, потому что у многих стоит там будильник или ожидает звонка в любое время суток. Но если вы хотите сохранить здоровье, держите от себя телефон не менее метра от себя, чтобы уменьшить или убрать лишнее излучение от телефона. Итак, будьте внимательны с этим и здоровы. Ставьте ваши комментарии, что вы думаете об этом. И до новых видео. Пока!